привет, меня зовут Инесса, вот такой вот рюкзачок я отшила для своей сестренки. Рюкзачок идет из вот такого велюра, здесь у меня идет клапан, сама основа, и при этом у меня также есть дно. На самом деле у меня рюкзачок до сих пор еще не закончен, так как, по идее, здесь у меня будет кнопочка пришита. Вот здесь вот будет свисать вот такая вот красивая фенечка. Сейчас ставлю где-нибудь картинку, чтобы вы посмотрели. Вот так вот он у меня открывается. Также здесь я планирую пробить фестоны и сделать шнурочек, чтобы можно было утягивать рюкзачок. Получился он достаточно милый, красивый, аккуратный. Так вот он выглядит у меня внутри. Отшивала я всего лишь его 3 часа и кроила где-то 30 минут. И получается, на такой рюкзачок у меня ушло 3 часа 30 минут. Я считаю, что это классно, потому что когда девочкам хочется каких-то обновок, каких-то новых вещей. На данный момент цена такого рюкзака составляет где-то 5000 тенге. Я считаю, что не стоит тратить деньги, а можно сделать вещи из каких-то доступных вам вещей. Вместо этого велюра можно использовать эко-кожу, это будет тоже очень классно, либо плотную джинсу или другой какой-то материал. Также его можно продекорировать. Себе я планирую отшить такой же рюкзачок из красного цвета. Если вы хотите, я могу сделать подробный мастер-класс такого рюкзачка. Здесь получается, я не пришивала никакую фурнитуру, так как я все это уже отмеряла на модели, все это у меня вот здесь уже вот так вот зашито. В общем, одевай, носи. Осталось только начать пользоваться этим рюкзачком и завершить его конечный образ. Если вы хотите, чтобы я создала вот такой подробный мастер-класс, то пишите мне в комментариях, поддержите меня лайком, так я узнаю то, что вам интересна эта тема, вам интересен этот мастер-класс. И буквально через пару недель вы сможете себе отшить подобный рюкзачок. Благодарю вас за просмотр этого видео, всем вам желаю хорошего настроения, всего самого лучшего и всем пока-пока!